друзья, сегодня я решила сделать запеканку. Что-то надоели мне только одни помидорочки или что-то еще. Запеканка будет овощная. Вот как видно, отварная морковочка. Яйцо у меня, помидорки черри, лук, чеснок, грибы у меня вот здесь, грибочки-вешенки. Можно поставить рыбу или наска, кто как хочет, но у меня будет рыба отдельно. Итак, я сюда, вот в этот судочек, небольшое масло налила, немножечко подсолила. У меня такая гималайская соль. И я буду выкладывать сейчас все слоями. И первый слой у меня будет морковка. Просто режу ее, морковку, и все. Просто нарезаю, делаю такой вот слой морковки на отварную. Готово. Запекаться все будет в духовке. Так. Вот так вот укладываю слой морковки всякой. Так вот будет всякая всячина. Да, вот тут все закрываю. Немножечко не совсем у меня, может быть, большая, глубокая. Посмотрю, что у меня поместится. Ничего. Вот так, сверху чуть-чуть. Тоже неплохо. Немножечко как-то так поднадоело уже то, что я ем. Мне совсем не нравятся продукты. Но другого у нас нет, наверное, и не будет. Так. Так что вот так я выкладываю, как попало. Ничего особенного, ничего серьезного, все вот так. Будет овощная такая. Так, ура, сделали. Дальше лучок наполовину. И такими полукольцами. Так, лишнее можно убрать. Вот так. Полукольцами все укладывается. Так. Ну, пока хорошо. Пока мне нравится, как идут дела. Вот так. Ну и как попало. Лучок полукольца. Так. Сюда же можно положить просто чесночок. Вот такими целыми. Так, вот полукольца. Ой, я думала, что мне не поместится. Нет, все поместится. Все отлично. Все получается хорошо. Так, вот быстренько раз-раз-раз. И, пожалуйста, к ужину все готово. Чего-то мне так вот захотелось. Немножечко что-то такого разнообразия. Вот. Что-то каши я не хочу, макароны я не хочу, вот что-то овощное такое. Ну и, конечно, будет рыба. Рыбу я делаю, я беру салмон, да, и его тушу вместе с перчиком. Все дорого, конечно, ну что делать. Ну, хоть что-то надо покушать. Вот такое вот у меня разнообразие. Если мне понравится то, что я сделаю сейчас, это, в общем-то, сочинение. Просто так. Раз, и вот решила сделать. Из того, что у меня есть. В продуктах. Ничего особенного. Абсолютно. Все очень просто. Так. Все. Так, сейчас мне надо будет помыть помидорки черри. Я порежу сюда. А еще можно вот пока из грибочки. Очень хорошо. Вот у меня есть грибочки. Лук.
Это вешенки у меня. Я тоже их так ложу, как есть. В таком хаотичном порядке. Просто заполняю места какие-то. О, отлично. Отлично. Так, теперь мне надо помыть помидор. Ой, лук. Плачу. Плачу, плачу, плачу. Ну что, помидорки чили я помыла. Сейчас я их буду резать. Обыкновенно, просто тоже дольками вот так. Ничего такого сложного. Будет запекаться мне, наверное, на 10 минут, 15. Может быть, чуть-чуть побольше. Но не больше. Сверху будет сыр, яйцо. Вот как только яйцо с сыром подойдут, вот так и все будет готово. Все вкусно. Все сюда. И сок, и все сюда. Потому что это все будет очень вкусно. А вообще, когда фантазия, оно всегда лучше получается. Что-то там нафантазируешь, что есть, то и получается хорошо. Так, все? Или все еще поставить? Еще все помидорки, что есть, наверное, сюда. Они все равно запекутся. И будет замечательно. Уже получается все замечательно, слушайте. Помидорки, конечно, очень вкусные. Поэтому они здесь будут просто замечательно. У меня есть, как я их засалываю, помидорки, но это не совсем, я солю их. Я их ферментирую в соке лимона. Это что-то необыкновенное. Потому что я, как только я только что вот сделаю, я тут же начинаю делать следующую порцию этих помидорок. И пока я на обед их скушаю, уже надо... Как раз подходит следующая порция. Так, все, помидорки сделали. Отлично. Все. Теперь немножко вот сметаны у меня я сейчас сюда. Дальше у меня будет, залью яйцом, я сейчас солью, и сверху сыром. Будет шикарный у меня ужин, ребятки. Даже не ожидала. Так, ладно, что у меня здесь? У меня сметана есть. Так, есть вот у меня немножко сметаны. Немножко я купила сметаны. Я так чуть-чуть и размажу. Слегка. Вот она у меня тут так будет. Помидорки со сметаной.
Ой, какая же красота. Так. О. Все. Теперь я сейчас яйцо разобью, взболтаю и залью это яйцо. Как вкусно. Так, ну что, вот я взбила яйцо, добавила сюда соль и перец черный. Теперь потихонечку буду наливать. 4 яйца я взяла. Так, ложечкой я чуть-чуть. Немножечко подделываю, чтобы хватило везде яйца, чтобы яичко было везде. Так, все. Так, это я сделала. Видно, что у меня каждый раз меняется какая-то конфигурация с продуктами. Это у меня сыр. Я, правда, взяла его таким разрезанным. Ну, ничего. Сейчас я его натру на терочке. И все будет хорошо. Сколько мне надо, не знаю. Делаем что? У меня есть даже тарелочка сейчас. Так. Сыр я сложила и сейчас я натру его. Конечно, когда он сложенный, тогда тяжело так натирать, но ничего страшного. Натирается. Сыр берите любой, как вы хотите. Это совершенно не зависит. А вообще, когда вот так вот сыр, то можно его еще и кусочками. То, что у меня останется, то будет кусочками. Это совершенно не обязательно как-то так вот равно, чтобы он одинаковый был. Страшно запечется все, будет очень вкусно даже. Да, сыр в запеканке всегда хорошо. Будут кусочки, и не страшно. Вот какие-то кусочки у меня остались. Ну и что? Так, все это запечется сейчас. И будет замечательно. Вот такая корочка красивая. Может, даже еще сыр надо будет. Сейчас я посмотрю. Вот так распределяем и смотрим, нужно еще сыр или нет. Ну, сыр всегда хорошо, он его много не бывает. Это всегда будет вкусно. Конечно, и много тоже не нужно. Слишком много тоже не нужно. Ну вот, я думаю, что этого достаточно. Все. Теперь вот эта запеканочка, вот все, что готово у меня, теперь идет в духовку. Сейчас я разогрею духовку и поставлю на, наверное, 15-20 минут. Достаточно. Прекрасно все запечется. И потом уже на ужин я покажу, что у меня будет на ужине. Ну что, ребятки, пришло время ужина. И мы достаем нашу запеканочку. Она все время стояла у меня. Вуаля, смотрите, какая шикарная запеканка получилась. Так здорово, аппетитно выглядит. Как пахнет.
Ну что, смотрим, что получилось. Ой, такая корочка, боже мой, какая же красота, у меня аж слюнки текут. Видите, что получилось, вот. Я еще туда бабочку возьму. Вот. Вот что получилось. Видите, какая красота. Какая красота получилась. Вот помидорки, лучок. Я еще сейчас подогрею. Немножечко разогрею на тепло. А, тепло. Чуть-чуть я подогрею в микроволновке, потому что уже остыло. Добавлю рыбу и шикарный ужин. Я переместила все на обеденный стол. И у меня, видите, запеканка, рыба, салмон. И мои соленые помидорчики. И такой у меня будет шикарный ужин. Спасибо всем за просмотр. Понравилось, делайте. И подписывайтесь на канал.